Друзья, всем привет. Пришли к оценке сетки проверить. Сейчас начнем. Вот это первые. Нож они у нас простояли. Так, это за поплавок тяну. Сейчас посмотрим. Обычно плотва утром гуляет. Не знаю, за ночь еще попалась, нет. А здесь пустая. Нужно будет ее потом переставить. Ставим на день, посмотрим, днем будет здесь гулять, нет. Первый пусто. А здесь еще вроде бы есть тяжелый. Да, тут пару штук, даже тройка. Две штучки попалось, неплохо. Раз, два, три. Снимаем. Ставим назад. Третья косынка. Сейчас посмотрим. Вроде бы, а нет, хотя есть что-то. Раз, парочка. Две штуки попалось. Тоже неплохо. Четвертый экранчик, косыночка. Сейчас. Вчера здесь аж четыре штуки попалось. Вот уже раз, два, три. Ну, неплохо все равно. Три штуки есть. Косыночка. Угу, рыба есть. Два. Окунь попался. Окунь и плотвичка. Тоже пойдет. И корень. Отправляем сеточку нашу. Оставили. Ячейка крупная. Сейчас посмотрим. Попалось, что нет, пока ничего не чую. Один, а вот есть вот плотва. Раз, одна. Вот окунь, еще плотвичка. Еще окушок, еще плотвичка. Ну есть, вот еще. Еще, ну нормально. Ага, вот под язык один улетел. Вот еще плотва. Ну, в принципе, неплохо, друзья. Так, сеть не пустая. Язек хороший. Все, сейчас распутываем. Идем дальше проверять. Сейчас следующую проверяем косынку. Пришли на следующий омут. Смотрим. Вчера что-то здесь косынки плоховато. А вот что есть, вроде бы или нет. Тяжелый. Нет, пуст здесь вообще плохо идет. Надо будет переставить отсюда. Сейчас все пустые будут. Штуки попалось. Окушок и две плотвички. Так, снимаем. Дальше проверяем. Так, вот косыночка. Смотрим. Здесь тоже тяжело. А, вон уже есть плотвичка. Там ловко попалась. Смотрим. Раз. Два, три. Три штуки. Вот две сверху, одна снизу. Так, следующая косыночка.
яме стоит. Ну, вроде тяжело. Одна. Ну ладно, хоть не пустая. Последняя косинка, у нее пока вообще ничего у нас не попалось. Ни вчера, ни сегодня не знаю. Сейчас посмотрим. Так. Не хочет здесь. Нет, пусто. Еще и палка одна. Ячейка. 35. Не захотела. Будем сеть. И идем домой. А, вот уже плотвичка пошла. Первая. Пока одна. Вчера хорошо здесь попалась. Сегодня вот опушок. Чё там не... А. Ну и все, одна плотва и один окуль. Вообще, я бы сказал ни о чем. Ладно, распутываем, ставим. Щуки ни одной сегодня нету. Ну и так неплохо поймали. Ну вот, друзья, наш плов сегодняшний. Я бы сказал, неплохо. За ночь попалось хорошо. Засушим, заморозим, пожарим.